Ну, мы хотели посмотреть большую группу игроков в сегодняшнем матче, потому что то, что я видел по кассетам, по записям, а это вживую, потому что вчера, ну, мы не сбрасывали нагрузку, вчера был большой тренировочный день, были два больших занятия таких тяжелых, и на фоне этого сегодня все играли по тайму. Я очень удовлетворен отношением ребят к этой игре, они серьезно подошли. И в ряде эпизодов играли очень хорошо. Какие-то моменты играли неправильно, на мой взгляд, мы будем поправлять. Ну, во-первых, сыграли очень важно, что сыграли без травм, и практически все встали в строй. Я думаю, что завтра Маслов включится в работу тоже, и у нас практически все будут здоровы. У нас завтра в первой половине теоретическое занятие, во второй обычная тренировка, и послезавтра у нас игра с «Спартаком» 2. На следующий день группа игроков, которые не задействованы будут в этом матче, будут играть еще одну игру. То есть мы получим всю игровую практику, ту, которая необходима. Я еще посмотрю ряд позиций игроков в этих позициях, потому что, чтобы безошибочно уже дома на календарной игре работать. Мне понравилась команда в целости, именно отношение мы делали к игре. Они ответственно подошли, собрано. И когда какие-то отрезки играли неправильно, там был контактный футбол и могли получить травму, а когда играли хорошо, соперник просто не успевал за нами. У нас задача всегда выигрывать. Когда мы тренируемся, играем 3-3, 5-5, 6-6, свои составы соперника надо всегда выигрывать. Дух победителя должен быть всегда в команде.